Городские власти регулярно проводят сходы граждан. На них рассматриваются и решаются вопросы незамедлительно и максимально эффективно. О том, как прошла очередная встреча народа с властью, смотрите в следующем материале выпуска. Именно вот эти вазоны жители многоквартирного дома по улице Ленина, 32, установили, как они говорят, ради собственной безопасности. Но правильно ли они поступили? Теперь все автолюбители, въезжающие во двор около многоквартирного жилого дома по улице Ленина, 32, увидев вазоны с цветами, установленные на этой территории, разворачиваются. Все потому, что отныне сквозной проезд по этой улице жильцы дома самостоятельно закрыли. По их словам, здесь регулярно ездят автомобили, не соблюдая скоростной режим. Этот весь дом ездит, тот весь дом, все сюда так едут. Как гласит 123-й федеральный закон о технических требованиях к пожарной безопасности, дороги и подъезды к жилым помещениям должны быть всегда свободны для проезда пожарной техники. В данном случае мы видим, что здесь перекрыто установлен вазон, который препятствует проезду автомобиля пожарного. Допустим, элементарнейший пример, когда автолестница, если обычный пожарный автомобиль еще сможет здесь как-то проехать, то обычная автолестница, она здесь уже проехать не сможет. То есть ей просто не хватит здесь места. Городские власти предложили жителям найти альтернативу бетонным вазонам, установить на этом месте так называемых лежачих полицейских. И водители скорость снизят, и проблем с проездом не будет. И данный сход организован, чтобы найти какое-то общее решение об освобождении проезда и ограничении скорости движения машин. Надежда Неткачева, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».